Всем привет! Мы продолжаем карьеру за Мюнхенскую Баварию. И сегодня у нас матч на домашнем стадионе против Фортуны Дюссельдорф. Смотрим, что мы находимся на 6-м месте. У нас 3 матча. 2 матча выигранных, 1 поражение. Смотрим, на каком месте находится Фортуна. Да, Фортуна находится на последнем месте. У них 3 матча, все проигранных. Ни одного забитого мяча. И 4 пропущенных. Ну что ж, давайте начнем. Выбираем красную форму. Фортуна будет играть в салатовом цвете. Я думаю, по-моему, это салатовый цвет. Смотрим уровень звезда по 3 минуты. Поехали. Мюллер с Левандовским разыгрывают мяч в центре поля. 0-0. Поляна ровная, мяч круглый. Поэтому сегодня может быть все, что хочешь. Вот первая атака опасная. Фортуны опасна. Но тут защитники Баварии не дали нападающему Фортуны. Горецко. Левандовский. Манджукич там прессингует. Прессинг был успешный. Мюллер. Пока какая-то сумбурная игра. Без опасных моментов. Данте. Вот хороший перевод на Мюллера. Эх, офсайд. Был офсайд. Ноль-ноль. Да, ничего не получается у Бориса Фортуна. Однако сейчас вот мог получиться опасный момент. Нет. Мюллер. Хорошо, хороший проход. Томаса Мюллера. Удар. Выход 1-1. Удар. И 1-0. Вот так вот. Атаковала Фортуна. А забивает Бавария. 1-0. Шикарный проход Мюллера. Завершается взятием ворот. 1-0. На 27-й минуте данное действие произошло. Футболист Фортуны с мячом. Резко. Мюллер. На этот раз ему не дали пройти. Хороший перехват мог получиться. Однако их получается. Удар и... Вратарь. Спасает вратарь Фортуны. Это был опять Мюллер. Сегодня он в хорошей форме. Удар и... Выше ворот. Хороший момент. Но, к сожалению, вышел ворот. Бавария
стало действовать намного уверенней, чем это было в начале матча. Хороший пас, удар и... Нет, мяч не попадает в ворота. Левандовский был очень близок к забитию своего мяча в сегодняшнем матче. Однако не получилось у него это сделать. Итак, у нас перерыв. Счет 1-0 в пользу Баварии. И второй тайм. Ну, Фортуне уже отступать некуда совсем. А Баварии надо укреплять свое преимущество. Поэтому надеюсь, что голы еще будут. Вот опасная атака могла бы получиться. Фортуны. Перешич, перевод на Левандовского. К сожалению, не точно было. Вот какой опасный момент сейчас может возникнуть. Нет. Оборона Баварии пока сегодня очень, очень хороша. Без ошибок пока играют. Это был офсайд. Мы видим, что замена. Фортуны замена. Нам пока не надо никого менять. Хороший перевод в центр. Их не получилась задумка. А там находился один Левандовский. Левандовский, Мюллер. Хороший момент. Удар и... Да. Немного не хватило Томасу Мюллеру, чтобы сделать дубль в сегодняшнем матче. Опасная атака. Нет, футболисты Баварии, те, которые играют в защите, сегодня явно не намерены пропускать. Хороший перехват Левандовского. А вот пас на Мюллера оказался неточный. Сане, Горецко. Мюллер, хороший пас на него. Мюллер разгоняется. Разгоняется. Хороший момент. Удар и... И вратарь. Мужик как минимум двух голов. Вратарь Фортуны лишил сегодня нападающих Баварии. Удар. Что это? И это угловой. Очень опасный мяч. Летел в ворота. Летел в ворота мяч, да. Опасный момент. Промедлил нападающий Баварии. 10 минут до конца матча. Хороший момент. Это опять Томас Мюллер. Сегодня он на высоте рвался к мячу. Однако в очередной раз ему не хватило чуть-чуть везения. Вот опасный момент. Идет уже последняя минута. Идет уже добавленное время. И сейчас Фортуна получает шанс
на угловой. Опасно. И нет. Футболисты Фортуны сами не поняли, что они хотели сделать. Ну что ж, мне кажется, пора поздравлять Баварию с победой в сегодняшнем матче. Да, это случилось. Поздравляем Баварию с победой. 1-0. 3 очка из 3 очка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.